Это вот внутри коровника. Как наросло. 50 лет тут. Одна бузина да клён. Это внутри коровника. Во! Клён стелил огромный. Просто огромный. 50 лет. Вы видите, окна такие, разрушения. Все. Это вот вдоль. 6 метров шириной коровник был. Давай, иди дальше. Я его... уже его спилил. Теперь надо сучки только отпилить. Там дальше я все разобрал, по стенам положил. По стенам. Вот куда все это убрал. А тут вот такой пролет. Больше, наверное, 10 метров. Больше. Пролет. Полностью разрушена стена. Нету. И разрушена. А, нет, они разрушены. Это вход. Да нет, разрушена. А вот здесь другой отросток. И он как... какие пролеты. Полностью разрушено. Там видно даже. Вот это вот дыра. И там даже. А зачем убираете? Ну затем, вот видите, уже можно зайти и можно подправить как-то и держать телят. Деревня уже с нуля строится. 50 лет заброшенная, разрушена полностью. Вот я отсюда сейчас в окно посмотрю, что тут видно. Ну что видно? Батюшкин дом, видать. Вот он. Игорев первый склад. У нас так кажется нет. А это вот сваленный клен. Здесь вот клен. Вот я могу даже сейчас узнать, какой у него диаметр. Ну, 30 сантиметров диаметр. Вот он его бросил. А куда? Ну кто-нибудь высохнет, возьмет на дрова. Как это же деревня. Ну, тоже огромный вырос здесь. Внутри 6 метров шириной, как коридор. Это телятник был здесь. Может даже еще что-то было. Кони тут, помню, были. Тут вот прямой, хороший столб. Диаметр. Диаметр я сейчас скажу. 22,5 сантиметра диаметр. Вот он как лег. Больше 10 метров. Конопля.
Володя. Там забил. Все, вылазь, Володя. Вот эту вот давай, обрежь. Вот эти вот, а, разбей на части. Вот тут все. Она упадет туда, на тебя, на ногу. Во, давай отсюда, сиди. Давай, пили. Вот. Во, вот эту вот. Подъезду, давай. Теперь это разбей. Вот это все на счастье разбей. Нет, нет, не так. Вот так вот чисто. О! А теперь вот так. Вот сюда. Надя, не смотрю. Давай, давай, давай. Вот повернем.
Ну-ка давай повернем его. Вот, отпили. Отпили, это у нас стол получится. Вот, а теперь это уже чуть-чуть и все. Все новое. Теперь обойди вокруг, но с той стороны. Все. Вон с той стороны надо обойти, слышишь? Давай. Так делается. Ой-ой-ой. Трава, репей, конопля. Вот, а здесь я все разобрал. По стенам уже дорога есть. Кто-то пожелает коровник делать, пожалуйста. Новые люди будут. Говоря проще, если много народу будет, тут можно даже переночевать. Балками тут перекрыть. Окна вставить, фундамент есть, половина стены есть, это уже немало. Я ушел наружу. Смотри. Вот тебе и на. А вот впереди деревья. Это на дамбе Комогорихи. А вот оградка вот это наш лагерный огородчик. Мы его до обеда ремонтировали. Привезли. Это 11 столбушков. Вот отсюда там, видать, крест стоит. Вот он распятый.